здесь происходит мастер-класс по форум-театру, это методика социального театра, где рассматриваются разные социальные, общественные темы. Вот. И где-то через полчаса, только начался наш мастер-класс, появилась группа вот этих людей. Некоторые из них держат плакаты: «Мы за трудовой Донбасс, идите делать революцию в своей стране». А какое отношение театр к революции имеет? Ну, мы не знаем. Понятно. Вот, это социальный театр. Это такая акция, она проходит в 5 городах Украины сейчас, в частности, в Донецке. А на что она направлена? Ну, она направлена на развитие вообще глобального гражданского общества. Да, на ней рассматриваются темы социальные, общественные и так далее. Но она не несет под себе агитацию политических партий. Она не несет... То есть это обсуждение просто социальных процессов? Да, там, не знаю, государственный строй свергнуть, президент и так далее. То есть никаких призывов, никаких технологий, ничего, это не рассматривается в политические схемы. Хотя можно и рассмотреть, почему бы нет. Никогда. Ну, то есть, больше, понятно. Чисто спасибо. А что эти люди хотят? То есть, непонятно. Ну, эти люди, да, они сначала вот стояли с плакатами, здесь, как я вижу, в лицо узнаю людей из регионов, как бы молодых. Вот. Потом они изъявили желание, они сказали, что мы можем зайти. Ой, что мы хотим зайти, ведь у вас открытое здесь мероприятие. А у вас открытое мероприятие? У нас мероприятие, на самом деле, да, оно открытое. Но по настрою агрессивному людей, по их вот этим выкрикам, и тем более одна женщина там крикнула: «Да, у нас есть свой нормальный театр, зачем нам ваш этот театр?» То есть, ну, человек пришел в театр, но он ему... Недоволен, он, а чем он тогда приходил? Да, зачем он тогда пришел? И мы решили, чтобы не рисковать, как бы... Ну, вы изменили формат, да, то есть проведение. Мы изменили формат, потому все что понятно. Просто именно этих людей, да, мы ограничили вход. Все понятно.